над экспозицией. Это было, конечно, совершенно замечательно в этом удивительном пространстве, очень необычном, непривычном для нас, музейщиков, делать вот эту выставку. И мне кажется, именно к этому пространству выставка подходит, потому что здание того же времени, это 20-е, 30-е, да, наверное, годы, честно говоря, не знаю историю этого здания, но мне кажется, что даже раньше. Ну, то есть это начало 20 века, ну, в общем, достаточно близко. Да, вот, поэтому именно здесь, я думаю, что плакатам нашим очень комфортно. Удалось найти множество очень необычных, очень авангардных примеров плакатов того времени, изданных на местах, нарисованных, это все-таки графический жанр, поэтому нарисованные художниками неизвестными, вот именно там. Большинство плакатов из Средней Азии, те, которые здесь представлены. Так получилось, что вот здесь, в Казани, мы практически не нашли плакатов того времени. В Азербайджане тоже уже в 90-е годы, к сожалению, практически ничего не сохранилось. А в Средней Азии как-то люди еще, видимо, не почувствовали, насколько... Не было такого интереса, и нам удалось собрать очень-очень... необычную подборку. Увидеть его и послушать замечательную музыку.